Приехали рычаги. Ну, рассказывай. Из первой новой партии. Вот осматриваем. Да. А что рассказывать? Смотрю, что сало сильно лучше все. Как бы есть, конечно, нюансы, есть что всегда делать. Да. Но, в общем, пока проблем не обнаружено. Надо ставить, смотреть. Вот так выглядит круто, мне нравится. Работает тоже. Качество. Пойдет. Высокое. Это... Качество пойдет. Да, сейчас следующая партия уже будет еще лучше. Ну, понятно, что с каждой следующей партией будет все лучше и лучше. Да, там есть некоторые моменты, что нужно устранить. Не по геометрии, а именно по качеству обработки материалов. То есть такие моменты. Вот. Кстати, мы скоро снимем ролик, вот как раз рычаги пришли, и позовем нашего прекрасного пузатенького оператора. Вот видите, машина висит под потолком, как в Японии прямо. Места да. Мало. Ну, как в Японии, как и Нива японская тоже. Вот. И тут тоже ничего нету. Все пустое. Одни. Грязное только, не помыл нифига. Да потому что холодно уже. Ну. Вот. Помою перед сборкой. Ой, там мотор стоит какой-то.